почему М19 считают вас наиболее комфортным для них противником, и с кем бы вы сами предпочли сыграть в полуфинале? Почему М19 считают нас комфортным противником, все очень просто. Мы, наверное, худшая команда в LCL по ответу на Йорли Чизы, и у нас 2 поражения из наших 6 из-за того, что нас Йорли зачизили, мы не смогли камбэкнуть дальше, поэтому М19, чья стратегия заключается, одна из главных, в том, чтобы Йорли захватить преимущество каким-то чизом, им комфортно против нас играть. Против кого нам самим было бы комфортно играть, тут, честно говоря, я бы сказал Джасты, потому что у них довольно предсказуемый плейстайл, как они хотят отыграть игру, и против этого было бы легко готовиться. Против М19 будет посложнее. Твои впечатления сейчас, когда спустя год ты снова в полуфиналах, чувствуешь ли себя более уверенно, чем прошлым летом? Ну, я думаю, что по сравнению с прошлым летом я точно ощущаю себя более уверенно, потому что, по моему мнению, я стал и лучше играть, во-первых. А во-вторых, команда стала лучше играть. То есть и тренерский штаб, который подключился в работу, и у нас в нем находится 3 человека по сравнению с тем, что было прошлым летом. Один койфиш был всего лишь. И команда стала просто больше общаться друг с другом. Если, например, год назад босс был как бы сам по себе, то сейчас он очень активно принимает участие в решении вопросов команды. Поэтому команда стала сильнее, я стал сильнее. Поэтому, естественно, по сравнению с прошлым годом есть огромный прогресс.